Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре микроколебалочка, которая совсем прям микро-микро от фирмы Iron Trout. Называется она Button Spoon, что означает кнопка. То есть такая малюсенькая пуговичка, кнопочка. Очень интересная колебалочка. Кстати, подобными формами я еще не пользовался, и для меня это будет что-то новое. Ну и весит она, кстати, 1,8 грамма, что для такой микроскопической приманки довольно-таки много. Значит, она, скорее всего, сделана из довольно-таки широкого, плотного, такого толстенького металла. Так и есть. Прям чувствуется ее тяжесть. То есть она должна, в принципе, неплохо улетать, но имея такой небольшой объем, будет привлекать очень хорошо рыбу, причем любых размеров, как самых маленьких представителей, так и больших. Но в основном, конечно же, подобные приманки создаются для ловли форели, как в подповерхностных слоях воды, так, я думаю, если в том месте, где вы ловите, имеется небольшая глубина, можно использовать джиговую проводку или проводить подобную приманку вдоль дна. Вставляется на картонной подложке колебалочка и закрывается вот таким вот плотным пластиком. Пришла она ко мне в отличном состоянии, не повреждается, все отлично. И производятся подобные колебалки у нас в Германии. Оснащается двумя заводными колечками. В принципе, я думаю, что переднее здесь можно смело убирать, оно лишнее. Можно использовать небольшие микрозастежечки. Здесь небольшое расстояние у нас до отверстия, и поэтому легко будет она садиться на застежки. И используется у нас одинарник с не таким с крупным ушком, но я не пойму, это так задумано или нет. Здесь у меня получается оно как будто бы оторвано. Ну, либо надо просто поджать более плотно, потому что здесь все это запросто может с заводного колечка слететь, либо при поклевке, либо даже просто при проводке. Все легко у нас отрывается. Не знаю, это дефективный одинарник или так задумано. Ну, легко снимается, легко одевается. Наверное, буду поджимать. И одинарничек у нас имеет небольшую бородочку для того, чтобы все-таки при поклевке удерживать рыбу. Но сильно, я думаю, травмировать данная породка рыбу не будет. И можно будет легко ее отпускать в свою стихию, неповрежденный, для того, чтобы она в следующий раз вам подарила снова поклевку. Очень интересная, конечно, колебалочка. Я буду использовать ее на микроречках, где-то шириной 3-4 метра, для ловли головля, окуня, небольших жерешков, для того, чтобы просто, так сказать, развлечься. Но частенько на такие микроскопические приманки ловятся и хорошие головли в районе килограмма. Поэтому не всегда маленькая приманка означает маленькая рыба. Частенько и крупные представители реагируют на подобные небольшие приманки, которые, кстати, будут напоминать, скорее всего, какого-то небольшого жучка, какое-то насекомое, которое обитает под водой. Ну, то есть, очень хочется скорее попробовать ее на воде. Iron Trout Button Spoon. Ну, а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!